Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня получил очередную посылочку из Китая. Заказал интересную вещь. Заказал зарядное. Зарядное для аккумуляторов, для крон в нашем деле. Для активного отдыха. Вещь очень нужная. Как видите, фирма Palla. Давно уже пользуюсь данными аккумуляторами и хочу вам их порекомендовать. Сезон уже даже полтора, аккумуляторы отбегали. Еще я заказывал 8АА, 12-3А. Еще ни один аккумулятор не вышел со строя, а уже полтора года я их точно использую. И теперь, после того как приобрел китайские пины, почитал и посмотрел отзывы на YouTube, люди пишут, что данные пины начинают пищать, если в них вставляем плохие элементы питания. То есть если ставим дешевые кроны или хорошая крона, если стоит, но она немного начинает подсаживаться, а подсаживаются они быстро, так как здесь есть и подсветка, и вибро. Кроны быстро просаживаются. И посмотрел я на YouTube, люди советуют данные кроны-аккумуляторы. 300 мАч. Хвалят. Вот я теперь сам лично проверю. Но еще раз повторюсь, фирма Palla мне очень нравится, так как уже пользуюсь ей довольно хороший срок. И заказал еще одно зарядное, которым можно заряжать и аккумуляторы 3А, 2А и 2 кроны. То есть лишнее зарядное никогда не будет. Шнур. Само зарядное. И два таких аккумулятора. Сейчас включу, проверю, как оно заряжает, работает или нет. Вот включил в розетку. Вставил аккумулятор. Светодиод загорелся. Ну, я так понимаю, когда аккумулятор будет заряжен, загорится другим цветом. Загорелся данный светодиод. Все работает отлично. Надеюсь, и заряжать будет хорошо все виды аккумуляторов. Цена, друзья, небольшая, около $12. Но кому интересно, ссылка будет в описании под видео. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале, друзья.